Всем привет! Пока пчелки облетываются, расскажу вам немного о соседях-пчеловодах. Вот хорошо ли это иметь рядом соседа-пчеловода? Я вам скажу, что это просто ужасно. Потому что, ладно еще, как бы, когда дело доходит, не доходит до роения, но когда роение, это страшно просто. Потому что и соседские, соответственно, раи могут прилететь к вам. И как бы, ну, не всегда это хорошо. Потому что они все равно как бы, ну, суматошные такие, могут собрать и с ваших пчел, с вашей пасеки. Как бы эти пчелы, они тоже могут присоединиться к рою. Ну и, соответственно, лишние проблемы. Но когда это ваши раи куда-то полетели, то это, конечно, еще хуже. Потому что нас вот в прошлом году послали во все возможные места. Вот куда можно послать, нас туда послали. Просто на таких матах оттаскали, это страшно. Вроде люди в возрасте уже, но все равно это... А когда в возрасте, наверное, еще хуже. Потому что, ну, трой вышел, получается, из семейки. Это уже был, получается, наверное, вторак. На втораке они далеко летают. Перваки, они как бы близко прививаются. Вот он вылетел и сразу сел. Куда-то близенько здесь. А второки, они у нас летают далеко. Ну, вот он полетел и сел к ним. Ну, а они сказали, что это их рой. Ну, как бы и все. Как бы дома была только мама, поэтому она не смогла вступить в диалог с этими людьми. Поэтому, ну, вот такие дела были у нас. И один рой, это в прошлом году у нас всего было. Ну, роились-то много раз, наверное, всего мы поставили, получается, 5 домиков поставили новых. Ну, вот один улетел к соседям. Но они сказали, что он куда-то потом то ли улетел, то ли что. Ну, вроде так сказали они. Что вот они его как бы собрали, а потом как бы оставили его как бы на улице. Чуть-чуть так чем-то прикрыли. И вот он постоял. Соответственно, было тепло, жарко. Не тепло даже, а жарко. Градус, наверное, 28-30 летом. Ну и все, он улетел, сказали. Но при этом сами, конечно же, они поставили новый домик. Поэтому вот такие дела. Поэтому не приведи Боже иметь соседа-пчеловода. Это очень-очень... Именно для пчеловода это плохо. Как бы для людей, если высокие заборы, соответственно, вот у нас с одной стороны, соответственно, у нас баня, другие постройки, и они вот у нас очень высокие, миллиметра 2,5-3. А с другой стороны, соответственно, именно вот у бани, тут у этих построек стоят пчелы, соответственно, до тех соседей далеко, наверное, метров 20, наверное. И, соответственно, пчелы, они поднимаются вверх и летят вон туда, вон, там у нас речка. И вот туда где-то к речке они летают на поля и собирают мед. То есть они поднимаются, высоко летят. Поэтому одних соседей не беспокоит, а другие соседи сами держат. Но от них как бы тоже у нас пасека в нормальном таком, именно по всем правилам, именно далеко расположена от их границы, участка ихного. Поэтому лучше все-таки, когда соседи не пчеловоды.